Так, мы продолжаем, как говорится, наш не блог, а, ну да, может быть, блог видео про то, как у нас сейчас начнется сам фестиваль, собственно, «Умный город». Привезли маты, проблема решилась. Из-за того, что с ГТО получилась такая неприятная ситуация, собственно, все потихонечку, спортсмены наши готовятся, маты привезли, флаг собрали, баннер повесили, пришлось самому лезть вешать. Изначально повесили не совсем ровненько, но, тем не менее, все равно ребята помогли, Тиграну благодарность. Собственно, выглядит это вот таким вот образом, в принципе, симпатично. Его отовсюду видно. Ну а так, в принципе, все. Сейчас скоро будем начинать. А вот один из участников — это Никита Варежников. Никит, скажи, как у тебя настрой сегодняшний? Готов ли ты? Готов к выступлению? Что будешь показывать сегодня? Какие элементы? Статика, динамика? В чем будешь участвовать? В динамике? Все? Настрой боевой? Готов? Молодец, красавчик. Все, желаю тебе успехов. Спасибо большое.